Замечательный праздник «День пожилого человека» собрал в ресторане гипермаркета «Глобус» своих друзей, представителей ветеранской организации Одинцовского района. Они не остались сидеть дома, а приехали на праздник, чтобы поделиться своим задором с окружающими. Стол ломился от угощений. Было все то, к чему привыкли советские люди. Котлеты, биточки, курица, различные салаты и гарниры. Мы очень благодарны, то, что нас пригласил «Глобус». Они систематически нас не забывают. Нам, как говорится, всегда уделяют внимание, и то не только внимание, а делают просто приятное застолье наше товарищеское. Как мы привыкли в свое время, в голодные годы выходили, и кто чего, кто капусту квашу нес, кто кусок хлеба, кто картошку печеную, а тут прекрасные, шикарные столы. Дай бог здоровья! Особым подарком для ветеранов стало выступление саксофониста, который исполнял различные музыкальные композиции, исходя из пожеланий почетных гостей. 1 октября мы отмечаем День пожилого человека. Гипермаркет «Глобус» подготовил для наших дорогих, уважаемых ветеранов настоящий подарок – праздничный ужин и музыкальное сопровождение саксофониста. Ветераны преподнесли «Глобусу» ответный подарок – книгу воспоминаний «Память сердца», которую вручил сам автор Владимир Веретенов с самыми искренними пожеланиями. Оленька, я вот от всех, от нас, присутствующих здесь ваших друзей, товарищей, вручаю вам эту книгу. Дайте я вас поцелую. И обещанные фанфары. Ветераны приехали на праздник с особым настроением, и не только ради общения. Они пели, подыгрывали саксофонисту на народных инструментах, которые привезли с собой, танцевали. Сами виновники торжества переименовали праздник в «День молодого в душе человека». Они в полной мере ощутили внимание к себе, выслушали теплые слова благодарности. В первую очередь, особое внимание к социально важным вопросам нашего общества. Мы все живем в Одинцовском районе, практически каждый член нашего коллектива, все живут в Одинцовском районе. И все-таки хочется, так как мы здесь находимся, имеем возможность работать, имеем возможность помогать, не только зарабатывать деньги, а действительно делать что-то хорошее. Почему этой возможностью не воспользоваться? Мы же живем в этом городе, и мне в первую очередь приятно, то, что я могу быть полезной. Главная задача мероприятия – дать людям почетного возраста почувствовать себя родными и любимыми – была выполнена. В завершении праздника сотрудники «Глобуса» вручили ветеранам вкусные подарки, пожелав им долголетия, внимания родных и близких. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».